Луковый мармелад с паштетом из куриной печени. Эта закуска состоит из двух частей. Для паштета вам понадобится 0,5 кг куриной печени, 1 крупная морковь и 1 штука репчатого лука, 50 граммов сала и 300 граммов сливочного масла. Для лукового мармелада возьмите 1 килограмм репчатого лука, 150 граммов сахара, 100 миллилитров красного сладкого вина и 50 граммов гранатового соуса наршараб. Вы можете готовить паштет и луковый мармелад по отдельности, а можете сделать из него закуску, как советует шеф-повар. Как же получить из обычного лука новое и потрясающее на вкус блюдо, смотрите далее. С чего начнем? Мы возьмем нашу морковь и лук и нарежем. 1 луковица, 1 морковь. Угу. Сначала мы смазываем нашу кастрюлю с толстым дном, потому что мы будем готовить это в духовке. Так. На дно нашей кастрюльки мы ложим сливочного масла. Сколько? 50 грамм. Угу. И густо смазываем. Теперь мы ложим наши овощи. Прямо все в перемешку можно, кстати? Нет, сначала лук. Сначала лук. Потом морковь. Угу. Так. Укрываем ими дно. Так. Теперь знаете, такая красивая очень печень, которую мы предварительно помыли, очистили от пленочек и жилочек, угу, и просушили. Вот, мы ее укладываем сверху на наши овощи. То есть получается многослойность такая. Смотрите, у нас. Да, у нас слоями. Дальше нам надо нарезать 100 грамм тонкими слайсами сала. Обязательно без шкурки, чтобы покрыть нашу... Слайсами? Да, слайсами. Же, да? Вот так, да, вот красивенько. Да. Солим сверху и перчим. Немного. Накрываем это крышечкой. Так. И ставим в нашу духовочку, предварительно разогретую до 200 градусов. А на сколько ставим? На 20-30 минут. То есть через 20 минут мы заглянем и поймем, надо ли нам еще чуть-чуть. Итак, для того, чтобы приготовить нежный куриный паштет, нам понадобилось 1 кг куриной печени, репчатый лук, 1 морковь, 100 граммов сала, перец, соль и щепотка сахара, потому что сахар – это природный усилитель вкуса, и наш шеф-повар рекомендует добавлять его во все блюда. Я очень люблю готовить это своим гостям, когда оно стоит в холодильнике и приходят вдруг неожиданные гости. Очень-очень быстро это все делается. К вам тоже эти люди приходят, да? Да, они приходят ко всем. У меня те же люди, вы понимаете? Так, нам опять потребуется лук? Нам опять потребуется лук и Саша. Мы режем наш лук кубиками. А, Света, сколько лука потребуется для мармелада? Ну, в зависимости от того, сколько мармелада вы хотите, мы делаем на килограмм лука, чтобы он у вас стоял в холодильнике, и ваши случайные гости были всегда накормлены с порога. То есть этот луковый мармелад можно приготовить про запас, и сколько он может храниться? Если его горячим закрыть в баночку, он может храниться, как любое варенье. Светлана, откуда вообще взялась эта закуска? Паштет из куриной печени, а сверху еще этот луковый мармелад. Во Франции, когда я училась, я узнала о луковом мармеладе. Угу. Это их коронное национальное блюдо. У них же еще есть луковый суп. Да, на самом деле у них большая любовь к овощам и к луку в том числе. У лукового мармелада бесчисленное количество рецептов. Это мой авторский. Нам нужно сливочное масло, лук, сахар, красное сладкое вино и соус наршараб. Это гранатовый соус. Вот соус наршараб, в принципе, продается в любом супермаркете и даже на рынках. Давайте, вы достали сковороду? Я достала сотейник. Что, как это называется? Это называется сотейник. Объясняю принципиальную разницу между сотейником и сковородой. Если можно. У сковороды нет вот этой ручки. А, ну это меняет кардинально ситуацию. В сотейник мы добавляем масло. Сколько? 50 грамм. Теперь добавляем наш лук. Мы не ждем, пока разогреется, Свет? Нет, если мы будем ждать, пока разогреется полностью сковорода, начнет гореть наше сливочное масло. А поэтому... это нам совершенно нет, не нужно. Нет, нам это не надо, поэтому мы добавляем лук. Сначала он должен быть на максимуме. Вот, как только лук станет прозрачным, надо опустить нагрев до среднего, добавить сахар. Как только сахар
поплавится, растает полностью. Надо добавить вино на шарап. И главное не пропустить вот эту стадию, когда он вдруг стал прозрачным. Если следить, помешивать и не давать пригорать, накрыть сковороду крышкой. И следить. И следить. Через сколько примерно лук минуту, становится прозрачным? Минуту-две, в зависимости от вашей плиты, но если на максимуме. Что ж такое сегодня? Вино нужно добавлять или нет? Сейчас нет. Рано. Рано. Хорошо, отнесу назад. И вот смотрите, вот лучком, как меняет цвет. Лучком запахло. Мы его можем или помешать. Нет? Можем мешать. О. Вот видите, все-таки пока сейчас желтоватый еще такой, да? Вследствие этого сливочного масла. Да. Сначала мы добавляем сахар и ждем, пока он растает на медленном огне. 150 грамм. Не надо мешать. Не мешать? Нет. Если начать мешать наш сахар, получатся комки. А как запах? Это потрясающе. А, действительно, лук, сливочное масло и сахар. И ставим температуру меньше. Чуть ниже среднего. Вот смотрите. Вот. Да, все поплыло. Теперь мы не мешаем первый раз, а вот так вот, вот такими движениями мы помогаем нашей карамели стать карамелью. Если я так сделаю, то я помогу кухне стать карамелью. Да. Чуть-чуть можно. Открывай крышечку. Да? Теперь мы мешаем. Теперь можно. Наши пузырьки пошли карамельные. Да. Оно такое вот, вот тягучее. Тягучее уже становится, да. Дальше мы добавляем наш наршарап. Соус гранатовый. Да, приблизительно 50 грамм на это количество. Вот, он очень вкусный. Теперь доводим до кипения или сразу же? Нет, добавляем сразу же вино. Сколько красное, вина? Красное, сладкое, где-то 100 миллилитров. Закрываем крышкой. Это очень вкусно. Да? Это теперь так пахнет. Накрываем крышкой. И доводим до кипения. А как закипит, делаем медленный огонь, открываем крышку и даем всему этому испариться. И сколько? 15-20 минут. В духовке уже 15 минут томится печень вместе с овощами. И Светлана с Александром сейчас, видите, хотят проконтролировать этот процесс. Идет процесс, но еще не готово, потому что есть у печени вот еще розовые края, значит, она еще сырая. Еще 5-7 минут. Надо достать нашу печень, и она должна немножечко остыть для того, чтобы мы дальше ее превращали в паштет. Отлично, давайте. Духовку мы, конечно же, не выключаем, так как там будет еще наш манник. Итак, а скажите, вот это вот сало, которое у нас, его нужно убирать оттуда? Нет. То есть мы все перемешаем? Оно связывает. А оно прям будет одна смесь? Да. И еще мы добавим туда сливочного масла, чтобы он был более нежным и сливочным. Безумно вкусное сало, Оксана. Боже, это потрясающе. Мы, очевидно, будем в блендере это измельчать. Да, мы будем измельчать это в блендере, если Саша оставит хоть что-то и не съест. Смотрите, очень наш мармелад уже готов. Осталась треть жидкости изначальной. Теперь он льется одной струйкой, не считая кусочков, которые падают. Теперь мы выключаем, перекладываем в другую тарелочку и остужаем. Ой, паштетик. Берем паштетик, это мое коронное блюдо. Берем нашу остывшую основу. Туда сначала отправляем 100 грамм масла. И, Саша, ты должен все это перебить в однородную воздушную массу блендером. Ну вот смотрите, все готово для нашей закуски. Потрясающего вида. Ой, необычайного запаха. Куриный паштет. Великолепно. Вот остывает луковый мармелад.
превращается в такую действительно мармеладную, характерную мармеладную массу. Но как это будет вообще все вместе на одной тарелке? Какой вкус у всего этого вместе? Все это мы узнаем буквально через несколько минут. Следующее, что мы будем делать, это наша закуска. У нас есть вот такие предварительно подготовленные греночки. Выкладываем на греночки наш паштет. Можно сделать зачерствевший хлеб. Да. Можно даже блины заворачивать. И соус, я так понимаю, наш, да? Наш мармелад луковый, да. Мармелад. Так, поставим его. Сделаем углубление как бы. Потрясающе. Это наша закуска. Так,